Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем искать предметы. Так, ну что, охотничий ряд выполнено, малый рынок у нас сделан. Значит, нам остается пляж. Поехали. Загрузка пляж. Ну и что же нам нужно найти? Спасательный круг. Вся моя пляжная одежда сочетается. Он не оставляет рыбу другим. Так, весло лежит вместе с рыболовными снастями. Слишком близко к остальным. А внутри я продаю подушки. Надо проверить ловушки для крабов. О нет, щит упал в воду. Без анха я из дому не выхожу. Ну что же, спасательный круг. Вся моя пляжная одежда сочетается. С чем, интересно мне знать, она сочетается. Так, я вот эти штучки ломать не могу? Нет. И это хорошо. Где же вот это вот? Он не оставляет рыбу другим. Ищем. Ищем с вами предметы и наслаждаемся. Без анха я из дома не выхожу. Мне бы хотя бы хоть что-нибудь найти. Оу. Надо проверить ловушки для крабов. Вот он краб. Предположим, одного нашли. А вот это что такое? А внутри я продаю подушки. Как будто какая-то лежанка. Возможно. Так, что у нас тут? Тоже какие-то ловушки. Так, весло и спасательный круг. Вот, по-моему, да? Точно, друзья мои, мы нашли с вами. А внутри я продаю подушки. Так, а про весло что написано? Весло лежит вместе с рыболовными снастями. А рыболовные снасти, я вижу, вот здесь вот сетка. Вот оно, елки-палки, конечно же, весло лежало. Он не оставляет рыбу другим. А куда же он ее девает тогда, скажи-ка мне на милость, если он ее не оставляет? Вот он, что ли? Нет, это не тот. А где же именно тот, который нам нужен? Он не оставляет рыбу другим. А, вот он. То есть, как бы он прихапал все себе, да? А где же спасательный круг? Вся моя пляжная одежда сочетается. Сочетается. Как хочешь, так и понимай. О нет, щит упал в воду. То есть, скорее всего, вот здесь где-то этот щит. Вот он. Понял. Без анха я из дома не выхожу. Из дома. То есть, он должен быть где-то в доме. Получается, да? Вот эта вот статуэтка. Ну-ка, блин, это песок. Я думал, это палатка. Хм, а я здесь никаких домов не вижу больше, ты уж извини меня. А вот это что такое? Слишком близко к остальным. Вот что это такое? Я ума не приложу, что это? Камень, не камень, слишком близко к остальным. Вот он, оказывается, где был. Так, вся моя пляжная одежда сочетается. Пляжная. Ну тут все как бы пляж получается. Ну уж спасательный круг не найти. Вот он. Господи. Чисто боковым зрением как-то увидел. Остается вот это вот. Без анха я из дома не выхожу. Это статуэтка, 100% тебе говорю. Может быть, где-то даже вот здесь она находится рядышком. Это точно статуэтка? Нет, это, по-моему, человечек. Только вот из дома она не выходит. А где же ты тогда находишься, если ты из дома не выходишь? Скажи ко мне на милость. Вот, вот, вот анх рядышком, конечно же, друзья мои. Ну что же, следующий уровень. Гнев Анубис. Ёпарасоте. Создатель этого инструмента говорит, что с его помощью можно записывать новые великие шедевры. Луна заходит над полями пшеницы. Это мой величайший шедевр, надо попробовать продать его фараону.
Мой верный горшочек не считает, что я плохо танцую. Как видите, за небольшую дополнительную плату мы мумифицируем ваших питомцев вместе с вами. Они построили для меня новые гнезда, с виду теплые. Я возьму 10 статуй, по одной в каждую спальню. Граффити на моем обелиске? Даже для коллекционера оружия эта штука выглядит странно. Наверное, в прошлом месяце мне продали семена не тех цветов. Ну вот так вот, как-то вкратце. Ох ты, это сам Анубис. Так, это, друзья, не то, что мы ищем с вами. Конечно же. Граффити. Так, Анубис. Создатель этого инструмента говорит, так, записывать новые великие шедевры. Ага, я могу... Вот, нашел, кстати, еще одну штучку. Это у нас шедевр, да, был? Это был шедевр. Ага. Нашли мы с вами музыкальный инструмент. Так, это не оно? Оно. Они построили для меня новые гнезда с виду теплые. Хм. А где же нам вот эту вот барышню найти? Я возьму 10 статуй, по одной в каждую спальню. Видимо, это где-то на рынке, да? Не она? Нет, не она. Где же ты хочешь купить эти статуи-то? Скажи-ка мне на милость. Вот, скорее всего, да? Точно. Даже для коллекционера оружия эта штука выглядит странно. Так, это инструменты музыкальные. А где у нас оружие продают? Вообще есть такое здесь? Я не вижу. Так, мой верный горшочек не считает, что я плохо танцую. А какой же, интересно, горшочек? О каком горшочке вообще идет речь? Вот жук, кстати, вот он точно. Так, с виду теплый, как раз возле этих, да, возле печек. Луна заходит над полями пшеницы. Подожди-ка, поля пшеницы, вот. Вон там, видно, лежит. Остается всего 3 предмета. Вот этот вот нож. Только я вот не могу серьезно понять, где у нас тут коллекционер оружия. А, вот, смотри, у нас тут щиты лежат. Где-то вот здесь должно быть. Вот он. На столе лежал. Значит так, мой верный горшочек. Может быть, она? Нет. Но похоже. Какой же твой верный горшочек-то там, а? Хм, вот именно что. Хм. Я не могу понять, о каком горшке вообще идет речь. И вот это тоже. Наверное, в прошлом месяце мне продали семена не тех цветов. То есть это должно быть где-то в доме? Или где? Вот именно вот этот вот, вот это растение. Я так лично пока здесь ничего подозрительного не вижу. Семена, говорит, да? Не тех растений. Так, надо мне вот это вот найти все-таки. Чтобы, как говорится, она меня не отвлекала. Обычная, с белым платьишком, да? Ничего тут такого выдающегося в ней нету. Спутать ее практически невозможно. Но я ее в то же время не вижу. То есть тут Анубис как бы пришел, и все, видишь, как бы все войны пошли против него. Но где же эта барышня со своим горшочком? Мне почему-то кажется, друзья мои, что вы уже давным-давно ее увидели. Только вот я не могу ее почему-то увидеть здесь. А вот цветок, кстати. Да, опять же, чисто случайно нашел, потому что здесь цветы растут, видишь, красные. И вот он. Так, ладно, остается одна фигурочка. И все у меня-то в глазах плывет, мельтешит. Видишь, вот этот желтенький вырез у нее еще и тут на платье. Вот с ним нужно искать, но я почему-то не вижу таких. Не вижу таких вот героинь здесь.
Вот она что? Точно, друзья мои. Вон горшочек рядом с ней стоит. Ну там больше, конечно, на кувшин похоже. Суд Осириса. Значит так, мне нравится быть с вами. Кто это туда поставил? Но я не в жюри. Так, мне нравится быть оранжевым гигантом. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Я не стану спускаться, а то меня арестуют, да, вы? А вот это для гостиной не подходит. Ну что ж, давай искать. Осирис. Так, нам нужно с тобой найти вот это вот, да? Ну, будем все искать, смотреть. Так, тут ничего не сдвигается. А то, может быть, как тогда, помнишь, сдвинули там что-то. А, из камней сделали статуэтки, елки-палки. А я искал там 3 часа их. Так, вижу фигурку первую. Нашел. Кто это туда поставил? А куда именно? Так, это жук еще скоробей здесь. Что он там? Мне нравится быть оранжевым гигантом. Вот это к чему сказано? Оранжевым гигантом. А, вот он. Спрятался среди оранжевых вот этих скоробеев. А вот щит. А вот куда они мумию? Вот она. Нет, не то, ребята. А вот это для гостиной не подходит. Подожди-ка секунду. Ну, вообще-то вот здесь как бы мумии лежат. Я почему-то их не могу. Странно. Хорошо. Так, вот это куда могли положить здесь? Я не вижу, если честно. Пока не вижу. Ладно, я не стану, что там, спускаться, а то вы меня арестуете. Спускаться. Погоди-ка, спускаться. А... вот этот, что ли? Точно. Но я не в жюри. Вот он, да? Нет? Ну, я так понимаю, вот это жюри... или вот это вот жюри, фиг знает. Вот, скорее всего, нет. Так, подожди. Вот это что ли? Точно. Где-то там сбоку стоит. Ну что, остается найти мумию. Как ни странно, я вот вижу только 2 мумии здесь. А, вон она, ё-моё, конечно же. В коврах ее туда, ребята, положили. Почему и написали, что для гостиной не подходит. Так, и остается нам с тобой найти... вот это вот. Кто это туда поставил? Вот это вот не могу понять. Кто это туда поставил? Куда-то в запрещенное место, что ли, или... или как? Кто это туда поставил? Давай смотреть. Внимательно. Я вижу тут всякие клинки, но это все не то. Огонь горит. Это все понятно. Кто это туда поставил? Хм. Если честно, пока вообще не вижу. Вижу перо тут на весах. Вижу сердце какое-то на подушке. Вижу много всяких статуэток. Но не вижу именно вот этого вот серпа, что ли. Так его можно назвать. Вижу всяких скорпиончиков. Странно. Куда они могли его засунуть, а? Это все не то. Я смотрю, друзья мои, очень-очень внимательно. Перепроверяю, перещелкиваю все это дело. Потому что, может быть, мало ли, что-то упустил, проглядел. Вот хоть ты тресни, я не вижу. Кто это туда поставил, говорит, да? Может быть, где-то у Осириса, нет? Но у него я ничего такого не вижу. Да.
Проблема. Щит нашли, это все нашли. И даже всякие мелочи нашли. А вот эту вот, она еще, видишь, тут желтый фон. Вот этих вот кирпичей, да, и всего подобного. И он может сливаться. Ты, может быть, и смотришь на него, а как бы взгляд проходит мимо. Ты прикинь, я не могу увидеть, а? Они еще двигаются, может быть, знаешь, там немножко отодвинулся куда-то там, повернулся в бок, и все, и ты сразу можешь обнаружить. Но это почему-то не подходит сейчас в данный момент. Для этого именно. Вот, ё-моё. Господи, нашел. 10 открытий. Я же говорю, он там сливался. Офигеть. День рождения королевы. Изумительно красивый цветок, но сорвать его трудно, колется. Он не пройдет. Бедняжка мама потеряла его в саду. Так, кошки вправду любят рыбу. Это вовсе не миф. Сердце должно быть легче пюрышка, чтобы человека ждала мирная жизнь после смерти. Семейная реликвия, спрятанная за 7 замками. Чаще используют для чистки ковров, чем для демонстрации статуса. В комплекте идет удобный горшок со змеями. Так, он охраняет сад. Ну что же, ё-моё, тут столько всяких мелочей. Ну что же. Я так понимаю, вот это все сад. А рыбку я нашел. Потеряла его в саду. Вот этот птенчик где-то должен быть здесь. Честно говоря, пока не вижу. Ладно, давай начнем вот это вот. Он охраняется от крокодил. А вот птенчик, по-моему. Да, птенчика нашел. Он охраняет сад. То есть этот крокодил где-то вот в этой зелени прячется, скорее всего. Но мне его тяжело здесь увидеть. Его наверняка как-то здесь замаскировали. Стоп. Блин, я уже хотел сказать, вот он. Нет, это не он. Померещилось, елки-палки. Так, ну давай тогда еще посмотрим внимательнее. Слушай, а может быть он здесь? Так, смотрим внимательно. Ты что-нибудь видишь здесь хорошего такого, нет? И я пока не вижу. Где же этот крокодил-то, а? Ладно, попробуем потом поискать. В комплекте идет удобный горшок со змеями. Ох, ё-моё, тут смотри. Куда это они там выстроились? Вон, кстати, крокодил-то. Когда не ищешь, находишь. Изумительно красивый цветок. Но сорвать его трудно, колется. Так, что у нас тут есть? Что-нибудь видишь? Ага. Нашли с тобой посох. Продолжаем поиски. Он не пройдет. Куда он не пройдет? Сердце должно быть легче перышка, чтобы человека ждала мирная жизнь после смерти. Легче перышка. То есть оно где-то должно лежать у нас? Или как? Ну-ка давай посмотрим, может быть где-то здесь все это. Нет, не годится. Легче перышко. Цветок этот. Где же этот цветок может быть? Его типа не сорвать, оно колется. А здесь вообще пустота. Странно. В комплекте идет удобный горшок со змеями. То есть подсказки идут, но где я достану тебе, увижу точнее этот горшок. Целенаправленно, когда ищешь, никогда не находишь. В комплекте идет, да? Может быть где-то здесь на продаже?
Сейчас мы посмотрим. Так, статуэтка это не то. Вот этот вот похож, да, как бы? Чувачка со змеями, но это не он. Не знаю. Ребята, ни кинжала этого найти тоже не могу. Он не пройдет. Куда он не пройдет? Интересно. Карта-то, в принципе, не очень большая. Ага, нашел я, ребята, флейту эту. Остается 4 предмета. Цветок. Кольца. Трудно сорвать кольца. Видимо, он где-то на кактусе, может быть. А где у нас с тобой кактусы? Кактусы вот. Вот он, цветок. Окей. Остается 3 предмета. Для чистки ковров. Подожди, а где у нас ковры? Чаще подходит для чистки ковров, типа, чем для превосходства, да? Ты где-нибудь ковры здесь видишь? Я лично никаких ковров вообще тут не вижу. В помине. Хотя нет, ковры вот. Вот ковры лежат. Но посоха я этого здесь не вижу. А, вот он. Точно, ребята. Сердечко должно быть легче перышка, чтобы человек... Легче перышка. То есть это где-то связано с курами, с птицами, что-то вот с этим, да? Легче перышка. Да, так. Утка это не то. Скорпиончик, там рыба. Так, это птички, там мышки. Хм. Легче перышко. И вот этот тоже нож, он не пройдет. Тоже непонятно, куда он должен не пройти. День рождения королевы. Ну, не вижу, и все здесь. Это, я так понимаю, подарки, подношения, да? Все идут дарить королеве. Может быть, где-то здесь, не? Нож, он не пройдет. Вот здесь вот, я так понимаю, это стража. Вот сама тут, наверное, где-то королева. Но нам нужно с тобой найти сердце и нож. Так, коробки эти не открываются? Нет. Жестко, конечно. Причем такие предметы маленькие. Он не пройдет. Такое ощущение, что вот они здесь ходят, где-то вот здесь должен быть, да? Он не пройдет. То есть они как бы охраняют здесь. Или вот здесь где-нибудь этот нож. Может быть, здесь где-нибудь и сердце есть. Он не пройдет. Хм. Да, про этот нож можно везде сказать. Вот здесь тоже он не пройдет, да? То есть, как бы они несут подарки, и вот здесь он не пройдет. Может быть, этот нож у кого-то в руках должен быть. И он тогда не пройдет, получается, да? Но я не вижу. А, вот он! Твою же налево, нашел. Господи, сердце должно быть легче перышка, чтобы человека ждала мирная жизнь после смерти. Вот этого я не понимаю. Легче перышка.
Ну, если брать птичек, то птички все вот здесь вот у нас. Большинство, да? Тут как бы такая подсказка двоякая. Как хочешь, так ее и понимаю. Птички, вот здесь вот птичка, например. Где еще у нас с тобой птицы? Ну вот, вот здесь вот куры. Кур я, как понимаешь, сдвинуть не могу. В этом доме вообще пустота. Непонятно, зачем это сделали. Просто вообще пусто. Вот здесь еще птички маленькие прыгают. И все, в принципе, больше нет. Если это как-то должно было быть связано именно с перьями, то все места я посмотрел. Именно с птицами связанное. Маленькая красненькая. Где-то здесь наверняка. Чтобы, может быть, где-то вот здесь вот. Интересно. Ну вот я смотрю и вообще не могу даже предположить. Может быть, это где-то с Легче перышка. Видишь, тут у них все скульптурки вот эти вот в виде птичек. Они могут ее положить куда-нибудь рядышком. Ну, знаешь, типа Легче перышка. Каменного, например, перышка, да? Здесь закуска, здесь еда. Не вижу. Вот чего-чего, а вот это сердечко я не могу найти. Легче перышка, я вижу, тут курицы. Тут птички, опять же, я его не вижу. Все уже мельком просматриваю. Может быть, где-то здесь. Тут тоже, видишь, одна птичка. Ну, что она тут ползает, а? Скажи-ка мне, птичка. И в то же время связано это все, видишь, мирная жизнь после смерти. То есть как будто вот здесь вот что-то должно быть. То есть птичка, жизнь и смерть. Тут видишь, как мумификация это занимается. Здесь-то вряд ли все это уже будет. Хотя кто его знает. Да нет, вряд ли. Ну вот утка еще, да? Но эта утка уже больше так, для отвлечения. Как-то бы под конкретно. Может быть, это следующий уровень. Выбрать карту. А подсказки? Подсказки никакой нету, да? К сожалению. Я бы воспользовался бы. Если честно, если была бы такая возможность. Просто мне интересно, вот где они могли ее, это сердечко, спрятать. Легче перышко, говорят. Может быть, где-то на самых верхушках находится, нет? Знаешь, как бы на конусе или на дереве там. Просто ты не видишь, какая птица там сидит. На дереве вообще ни одной птицы нету. Не, не вижу, ребят. Я не знаю, видите ли вы? Я не могу увидеть. Уже все, ну, догадки, которые у меня были в голове, я уже все истратил, весь свой лимит по догадкам. Легче перышко. Может быть, перышко это не связано с птичкой. Может быть, перышко, знаешь, как бы тебе сказать, каменное перо. Просто большое каменное перо, которое, ну, стоит там где-нибудь. И рядом с ним может быть лежать сердечко. Такой вариант тоже может быть. Ну, я даже не вижу здесь никаких каменных перьев. Ни огромных, ни маленьких, никаких. Кошки. Сфинкс этот песочный. Да. Неужели это первая миссия, где мне придется просто сдаться? Так, следующий уровень. Вы действительно хотите перейти
А неужели тут нет подсказки, а? Ну, вот я, например, хочу увидеть, где это сердце находится. Легче перышко. Они перышками могут назвать вот такие вот, ребята, листья. Тоже, типа, легче перышко, да? Мне кажется, что это где-то вот в кустах. Больше всего сливается. Но нет, я не вижу. Может быть, даже где-то вот здесь вот. Где вот эти вот кактусы. Такой тоже может быть. Вот я просматриваю и, к сожалению, ничего не вижу. Даже мельком не как-то вот в глаза не бросается. Ладно, пойдем на следующий уровень. Ребята, если вы увидели это сердечко, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Так, ну что у нас тут? Я жертва оперативного эксперимента. У этого совка подозрительно острый край. Так, это была любимая игрушка моего кота. Покуся с миром, маленький друг. Точка фараона – лучшее место для ловли крабов. Со мной еще не покончено. Не оставляйте меня здесь. Надеюсь, это большие зеленые негодяи-вегетарианцы. Сюда нельзя заходить. Ха, поймай меня, если сможешь. И если хочешь получить свежайшие коктейли, то держись поближе к месту, где их делают. И такая карта? Вы серьезно? Офигеть, блин, на такой карте сейчас... Я припарюсь тут искать. Ну что же. Краб. Такая штука. Так, нашел. Так, вегетарианцы, это понятно. Домики открываем. Так, ничего в этих... Ох, ё-моё, тут еще, оказывается, есть. Я жертва оперативного эксперимента. Интересно, где же... Так, этого мы нашли с тобой. Шамана. Сюда нельзя заходить. Ха, поймай меня, если сможешь. Сюда нельзя заходить. Это он? Точно. Так, краб. Точка фараона – лучшее место для ловли крабов. Точка фараона? Это... Подожди-ка, точка фараона. В плане точка фараона. Как понять точка фараона? Так, точка фараона — лучшее место для ловли крабов. Но это должно быть где-то в воде же, так? Ну, рядом с водой. Вот он. Окей. Так, покойся с миром, маленький друг. Тоже интересно, да? А, тут тоже открывается. Так, зачем вот это все? Непонятно. Это непонятно, для чего сделано было. Если хочешь получать свежайшие коктейли, то держись поближе к месту, где их делают. А где делают коктейли здесь? Вот тут вот, вот я вижу тут. Ага, понял. Так, я жертва оперативного. Да где ж ты? Но это не он. А где ты? Куда ты спрятался-то, а? Это? Нет, вот это, по-моему. Точно? Так, у этого совка подозрительно острый край. Совка. То есть это где-то песочница, да, должна быть? Рядышком, по крайней мере. Совок. И вот любимая игрушка котенка. Тоже немножко странно, непонятно, что они имели в виду. Ну, котенок умер, я так понимаю, да? И это была его любимая игрушка. У этого совка подозрительно острый край. Совок. Но
ведь если совок, это должен быть пляж. Вот они тут на пляжу все. Ну, якобы, да? Стоят, танцуют там, рыбачат. Я сейчас просмотрю быстренько вот этот вот. Я не вижу здесь. Тут вот еще есть. Но это все-таки уже больше как озеро, а не пляж. Вот здесь еще пляж. Но здесь мы с тобой нашли уже предмет один. Это была любимая игрушка моего кота. Покойся с миром. Ага. Нашел. Ну где же у этого совка? Почему совок называют? Разве совок? Это же, по-моему, нож какой-то, кинжал. Почему они называют его нож? Ой, совок. Так, ну здесь я не вижу ничего. Вот он. Да, ребята, тут у нас хорошо. Получено достижение, и я найду их. О, да. Это, ребята, взрыв мозга. Ну что, давай на этом с тобой сегодня закончим. Обязательно продолжим в следующей серии. Так что, если ты увидел, где находится сердечко, обязательно напиши мне в комментариях, чтобы я его обнаружил и обозначил. А на этом все. Всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам!